Все хотят быть богатыми. Все хотят жить хорошо, ездить на хороших машинах, покупать своим женам шубы, покупать коттеджи, да, чтобы дети хорошо учились, чтобы все было хорошо. Ну, к сожалению, литературы на эту тему, с учетом нашего менталитета, с учетом того, где мы живем, в какой стране, какая у нас политика, какие у нас налоги и прочее, такой литературы мало. Но есть люди, которые знают, как заработать в этой стране, в этих условиях деньги. Один из таких людей — Геннадий Балашов, который в свое время был депутатом Верховной Рады, который автор идеи отмены налогов на территории Украины, который предприниматель, бизнесмен, миллионер и теперь писатель. Встречайте, Геннадий Балашов. Добрый день, рад вас приветствовать на этой ярмарке чудесной, которая проводится в Киеве. Стресс-шоу пришло сюда. Те, кто слушали стресс-шоу, наверное, знаете, что мы на стресс-шоу говорим достаточно жестко. И обещали, что, в общем-то, будем проводить не презентацию книги, а скорее мастер-класс о том, как зарабатывать деньги и на что нацеливаться. Вот это, я думаю, что важнее людям. И те, кто пришли ко мне навстречу, как к начинающему писателю, обратили внимание, что в книге не пишется и не дается никаких инструкций, как зарабатывать деньги. Там совершенно о другом, о мировоззрении, о том, что нужно менять свои ценности на начальном этапе своей жизни. И когда вы правильно ориентируетесь в своих ценностях, вы получаете другой результат жизни. Дело в том, что мы все из Советского Союза, мы все учились там понемногу и чуть-чуть, мы все родом из детства, и когда мы входим во взрослый мир, мы сталкиваемся с ценностями, которые нам внушили родители. А родители нам часто внушали простую ценность. Деньги – зло, богатые негодяи, США скоро утонет, Европа разорится и так далее, а доллар опустеет. Эти все ценности вбиты к нам в голову, и они нам мешают жить на самом деле. Для этого была написана книга. Книгу мы начали писать сразу в блог по главе и получали постоянно результат от блогеров. Вы знаете, что в интернете сидят такие тролли, которые троллят всех подряд и задирают тех, кто пишут в блоге. В общем, так с Полиной мы по статье в день и писали. К концу года у нас образовалось порядка 62 глав, постоянно там идут, и образовалось очень много реакций людей, которые троллили мои вот эти опусы о деньгах. Но когда я начал это писать, я подумал о том, что надо говорить как можно больше правды. То есть как действительно зарабатываются деньги. Вы знаете, что у нас люди на разных государственных должностях, в бизнесе и в жизни, и профессиональной жизни, есть богатые и бедные. Есть богатые судьи, есть бедные судьи. Есть богатые прокуроры, есть бедные прокуроры. Есть богатые милиционеры, есть бедные милиционеры. Есть богатые предприниматели, есть бедные предприниматели. Есть профессора богатые, есть бедные. И даже учителя есть богатые и бедные. И вот с этим вопросом мы как раз начали разбираться. Почему одни богатые остаются, а другие бедные? Потому что какой бы вы профессией ни занимались в современном мире, если ваша ориентация не деньги, у вас денег не будет. Какой бы профессией вы ни занимались, если ваша ориентация деньги, вы получите деньги. Потому что любого художника, артиста, сценариста украшают деньги и дают ему возможность творчески развиваться. Поэтому ваша нацеленность на деньги и делает из вас того, кто вы есть. Глобальный эксперимент в мире произведен. Страны, которые ориентируются на деньги, они не только богатые, они еще и более моральные. Обратите внимание, Соединенные Штаты говорят все время про деньги, говорят о том, что надо их зарабатывать, стараются заработать побольше. У них коррупции меньше, чем у нас. Мы говорим о морали, наши политики говорят о большой морали, в результате у нас коррупция и денег нету. Поэтому, чтобы исправить вот эту брешь в образовании наших людей, и была выпущена вот эта книга, которая так и называется «Как стать авантюристом». Потому что когда вы понаблюдаете за людьми вокруг вас, вы увидите, что одни живут с одними установками, и они горбатятся всю жизнь и не зарабатывают деньги. Другие живут с другими установками, и они живут в офисах, в государственных контролях, конторах и надеются на своего босса, шефа государства, и тоже мало зарабатывают. И третьи есть, это авантюристы, которые предприниматели, предпринимают, даже они не занимаются бизнесом. Они предпринимают усилия, чтобы, где бы они ни работали, заработать деньги. Потому что они ценят свое время, ценят свою жизнь, и поэтому они зарабатывают деньги. И я сказал, что есть богатые в разных сословиях, и есть бедные в разных сословиях. И чтобы исправить как-то эту брешь, а так как богатые обычно не рассказывают, как они зарабатывают деньги,
Они рассказывают мантры своим сотрудникам, они стараются их обучить быть верными компании, они стараются им дать установки быть патриотами вот нашей политики, потерпеть, собраться с духом, еще подождать лет 100, и после этого только понадеяться на то, что они великие, сделают деньги. Но когда мы посмотрим вверх, мы видим, что у них-то деньги есть, а у нас их нет. Поэтому в стране, в общем-то, постепенно должна разворачиваться такая небольшая война. Война за свои деньги, за свои ресурсы. Какой бы вы профессией ни занимались, вы можете продавать себя. Вы можете продавать свои профессиональные навыки. И только тогда, когда вы ставите вопрос именно так, продать себя, свои профессиональные навыки, вы начинаете искать путь, как это сделать и кому продать. И два вопроса вам надо ответить, задать себе и ответить. Кто у меня купит меня, кто у меня купит мои профессиональные навыки? И вот после того, как вы нашли вот этого, кто купит вас, вы тут же обращаете друга, как мне сделать, чтобы он меня увидел, услышал, прочитал, заметил и начал покупать мои профессиональные навыки. И тут вы столкнетесь с открытием, и многие из вас столкнутся с этим открытием, что ваши услуги не нужны, что в том виде, в котором они есть, они ничего не стоят, что ваша работа, оказывается, ничего не стоит, а идея, которую вы вынашивали 10 лет, тоже ничего не стоит, потому что вы проверяете ее действием. И после того, как вы получаете обратный результат, вы получаете второй шанс придумать новую идею, нового себя и подать это все людям и опять повторить тот же самый путь, предложить. И после десятка раз предложений, самосовершенствования, усовершенствования себя, своего продукта, вы получаете небольшой шанс стать богатым человеком, востребованным, потому что вашу услугу, ваш товар начинают покупать. Что сегодня происходит в стране? Многие говорят, налоговый кодекс виноват, там они всех задавили. Это факты из нашей жизни. Сегодня тяжело заниматься в Украине только по одной причине. В Украине мало денег. В общем, в экономике практически нет денег. А те деньги, что есть, они зажаты в банках и олигархических структурах. Поэтому вырывать деньги вам придется, если вы хотите зарабатывать, только у богатых людей. В книге пишется о простой вещи. Ориентируйтесь на богатых, потому что у кого есть деньги, там вы и можете заработать. Другого варианта нет. Второе, что главная мысль вот этой книги, кстати, у нас теперь аудиодиск, и вот здесь вот сзади Полина написала такую вещь, что это новое программное обеспечение для ваших мозгов. На самом деле, наслушавшись этого диска, вы получите действительно абсолютно новое программное обеспечение для мозгов. И я объясню, почему это важно. Потому что когда вы будете принимать короткое решение, следующий шаг делать, я надеюсь, что вы из этой книги как раз, оно у вас автоматически включит правильный поступок. И вы пойдете правильным путем. И бросите вот эту ложную ориентацию, ложный стыд отбросите. Бросите ориентироваться на ложные ценности, потому что у нас люди еще меняют местами смысл бизнеса и смысл жизни. И вот когда я пишу о смысле бизнеса, о смысле своего существования, о том, что ваша профессия должна продаваться, многие люди спорят со мной, но вспоминают о смысле жизни. Но о смысле жизни мы не писали. Не об этом книга. Мы писали о смысле бизнеса. А так как у нас большинство в стране находится на первой стадии зарабатывания денег, то ваш смысл на сегодняшний день – заработать деньги и перейти на вторую стадию развития, безопасности и так далее. О пирамиде Маслоу. Вы знаете, что по пирамиде Маслоу наша Украина находится на процессе первичного потребления. Поесть, совокупиться, одеть кое-что – в общем-то, как-то выжить. Вот пока не заполнится вот эта ниша, ни один человек не имеет права говорить о моральности. Ни один человек не может говорить о моральности, потому что эти слова ничего не стоят. Только поднявшись на следующую стадию, заработав деньги, обеспечив себя, свою семью, вы можете поднимать голову. А до этого вы находитесь в жестких социально-экономических условиях. Вы добываете хлеб насущный. Как-то один профессор сказал, в концлагере не было профессоров и интеллигенции. А его возразили, как же не было, там сажали пачками. Он говорит, не было, потому что за куском хлеба бросались в грязь и профессор, и студент, и самый отсталый зэк. Потому что поесть надо было. А когда надо поесть, вы вырываете свой кусок. И сегодня вот нашим людям, на самом деле у нас голода нет,
он не предвидится, войны не предвидится. В мире рождается каждый день огромное количество людей. И уже 7-миллиардный ребенок родился. Говорят, что это в Каире родилась девочка. И вот этот 7-миллиардный ребенок говорит о том, что мир все время расширяется, а значит, расширяются возможности. Но знаете, возможности расширяются не у всех. Несправедливо, но не у всех. Возможности расширяются только у тех, кто живет в правильном месте. Потому что вот эта вот огромная масса людей, расселенных по миру, расселились несправедливым образом. Самые лучшие, самые красивые, самые умные расселились по 42-й параллели, а все остальные живут кто в тропическом климате, в нищете, кто на севере, в холоде. Но это все некомфортные условия проживания. И поэтому обратите внимание, когда вы выбираете место жительства или место работы, прежде всего это ваша среда обитания. И именно эта среда обитания делает из вас того, кто вы есть. И если сегодня вы бедный, то обратите внимание на то, кто вас окружает и что вас окружает. Потому что именно эта среда обитания в этом состоянии делает вас бедным. И больше никто. И сложили вы эту среду обитания, и выбрали ее только вы сами, и больше никто. И изменить вы ее тоже можете только сами. Выбрав ее где-то в точке света, мира, города, и двинуться туда буквально физически, погрузиться в другую среду обитания. Вы тут же себя окружите другими людьми, потому что, отказавшись полностью от тех людей, вы перейдете к другим. И вы точно так сложите, как и все люди, и об этом в книге написано, свою семейную историю. Вы окружите себя условными мамой, папой, психологическим братом, психологической сестрой, потому что это вы сделаете автоматически. Ни один из вас не помнит себя до 5 лет. А раз вы не помните себя до 5 лет, а это влияет на все в вашей жизни, то вот эти истории детства вы будете повторять все время. Но один вопрос. Вы повторяете историю детства, окружаете себя людьми бедными, незначительными, которые вас тянут назад, или вы переходите в другую среду, и там начинаете точно так осуществлять этот переход, но с более состоятельной средой. Поэтому вот в книге написано, что недостаточно переехать в новый город, на новое место жительства. Важно поменять еще социальную среду. Потому что социальная среда – это и есть то место общения, где вы каждый день формируете свой словарный запас здесь, свои навыки, свое отношение к этим людям. И через какое-то время вы получаете результат. И произойдет это не за один день. Вот как в спортзал начинают ходить растолстевший человек или худеть женщина. За один день, как ни голодай, ничего не получится. Это системная работа в течение года, 2, а то и 3. И люди, которые переезжают в такие места, я сам перемещался вот из Днепропетровска в Киев, и когда я сюда приехал, год я мучился. Год я мучился, но мне пришлось отрезать Днепропетровск полностью, чтобы освоить Киев. Иначе я не понимал, что здесь происходит. Я не понимал этих людей, которые здесь живут. Я не понимал политиков, о чем они думают. И только прожив год, я нашел свою маленькую тропинку, что можно здесь делать. Вот так вот, в общем-то, книга и позволяет иногда изменить свое мировоззрение. Почему книга так важна для меня, как для политического деятеля? Я политикой уже не занимаюсь и не собираюсь. Я взял на себя такую миссию, говорят, сейчас очень важно миссию иметь в жизни. Вот миссия образования. И по сути сейчас вся работа заключается в том, радиопередача ежедневная, говорим про деньги, как зарабатывают, кто зарабатывает, почему зарабатывают, для чего зарабатывают. И мы убираем эти ложные наносные ценности. Вот эти мантры о позитивном мышлении, о том, что человек все может, о том, что вы можете все, только надо поверить в себя. На самом деле вот это все надо выбрасывать из головы вместе с книгами об этих вещах. Нужно брать и четко понимать, что происходит в мире, где ходят деньги, почему они ходят так, а не иначе, и у кого они скапливаются, и почему. Поэтому эта книга больше психология, психологические изыскания на тему денег и психологии денег. Ну и там вы найдете в этой книге и на этом аудиодиске интересные вещи. Кстати, аудиодиск записан моим голосом, потому что они говорят, что артисты не могут передать этот наглый тон по отношению к людям. Поэтому, пожалуйста, записывайте сами. Мне пришлось 30 дней просидеть в студии, чтобы это записать. Извините за качество артистизма. Ну вот
Что получилось, то и получилось. Мне кажется, вам понравится. Здесь также еще и с музыкальным сопровождением, то есть это будет усиливать немножко эффект. Ну и Полину озвучивает актриса, которая озвучивала Кэрри Брэдшоу в «Секс в большом городе». Я думаю, что это вам тоже будет приятно слышать.